Всем привет! Аврора Про представляет вашему вниманию видео, посвященное синергетическому управлению сварочным процессом. Вы можете посмотреть весь ролик целиком, либо перейти к конкретному разделу, который вас больше всего интересует. Гонка технологий, которая началась в 70-е годы прошлого века вместе с бурным развитием компьютерных технологий, продолжается до сих пор. Можно сказать, что вычислительная техника, а вместе с ней и все остальные отрасли производства, развиваются такими темпами, которым могли позавидовать самые одаренные фантасты начала 20 века. Электронные разработки добрались в том числе и до области сварки. Сначала на рынке появились аппараты на базе MOSFET-транзисторов, а их усовершенствование вывело на рынок источники тока, которые базируются на технологии IGBT. Сегодня речь пойдет о следующем этапе в развитии технологий – синергетическом управлении сварочным процессом. В данном ролике мы постараемся рассказать о плюсах и простоте синергетического управления, как оно устроено и чем лучше традиционных настроек. Начнем, пожалуй, с простоты настроек синергетических аппаратов Aurora Pro. Многие покупатели сварочной техники, особенно новички в данной области, имеют стойкое предубеждение перед интеллектуальным управлением. Дескать, это сложно и недоступно пониманию среднестатистического сварщика. На самом деле это не так. Чтобы не быть голословными, сравним настройку двух аппаратов с классической регулировкой сварочного напряжения и скорости подачи, а также синергетический инвертор. Вот классический пример освоения нового полуавтомата одним из популярных видеоблогеров. Как видите, избежать прожогов металла и быстро освоить традиционные настройки не получается даже у искушенного в гаражном ремонте специалиста. Проведем наш эксперимент. Пригласим к аппарату Speedway 160 девушку и посмотрим, сможет ли наш сварщик соединить две пластины, никого при этом не покалечив и не испортив заготовки. Спустя 10 минут мы имеем вот такой результат. Шов не идеален, однако прожогов и других самых грубых ошибок нам удалось избежать. Как видите, с процессом настройки спидвея может справиться даже человек с нулевым опытом. Профессионал же с помощью ручных корректировок заводских настроек сможет добиться любого результата. Синергетические полуавтоматы Aurora позволяют изменить напряжение в пределах плюс-минус 20% и индуктивность плюс-минус 10% от заводских установок. При работе с традиционными настройками сварщику необходимо выбрать диаметр сварочной проволоки, который подходит для работы с конкретным материалом, выставить соответствующее сварочное напряжение, подобрать скорость подачи проволоки. Для профессионала эта задача не представляет трудности. Однако у новичка в сварке на выяснение всех тонкостей может уйти масса времени, сил, а иногда и средств на исправление ошибок. Именно поэтому синергетическое управление является находкой для сварщика-любителя. Аппарат не позволит допустить грубых ошибок и убережет металл от прожогов. На сегодняшний день покупатель может выбрать из трех моделей синергетиков. Два однофазных аппарата Speedway 160 и 175, а также промышленный трехфазный инвертор Skyway 330 Synergic. Развитие данной линейки Aurora Pro продолжится. В ближайших планах компании вывод на рынок пульсового полуавтомата с синергетическим управлением для работы с алюминием. С настройкой разобрались. Давайте вернемся к теории и поговорим о том, что же такое синергетика. Синергетическое управление – это использование микропроцессорных систем, микроконтроллеров для выбора и обеспечения оптимальной циклограммы, то есть параметров импульсов и вида сварочного тока, с учетом марки, толщины и свойств металлоизделия, а также особенностей сварочных материалов, диаметра и марки проволоки, вида и состава защитного газа и так далее. Чтобы понять, что такое синергетика, представим себе часовой механизм, слаженный работа которого позволяет очень точно отмерять время. Если мы поворачиваем любую из шестеренок, весь механизм меняет свою конфигурацию. Синергетика также позволяет изменять все настройки, меняя только один параметр. Если, к примеру, изменить на аппарате состав защитного газа, это повлечет за собой изменение сварочного напряжения и скорости подачи проволоки, повлияет на индуктивность дуги и количество импульсов в цепи переменного тока. Синергетическое управление
управления позволяет использовать огромную библиотеку программ, которая загружена в память устройства на производстве. Данный архив – результат кропотливого труда инженеров и опытных сварщиков, которые составили коллекцию разнообразных вариантов настроек, параметров и их сочетаний. До появления синергетики сварщику перед выполнением ответственных работ приходилось долго настраивать аппарат. Чтобы выбрать оптимальный вариант скорости подачи, сварочного напряжения и индуктивности, специалисту порой приходилось тратить до 30 минут. А если задачи в течение дня менялись, то время, необходимое на каждую подстройку, превращалось в часы. Синергетические аппараты упрощают задачу с помощью предустановленных программ, а также памяти аппарата, которая позволяет сохранить все данные и переключаться между задачами, скажем, сваркой алюминия и стали, нажатием всего одной кнопки. Синергетика не новинка. Данная система управления появилась более 15 лет назад, но до недавнего времени интеллектуальное управление применялось исключительно на промышленном оборудовании. Развитие технологий сделало синергетику доступной и рядовому сварщику. Главной задачей новой системы управления было максимальное сокращение времени, необходимого для настройки аппарата, а также снижение требований к уровню квалификации сварщика. Огромное разнообразие марок и типов свариваемых металлов, тонкости процесса сварки и защиты шва требуют от современного сварщика не только профессиональных умений, но также глубоких знаний в области материаловедения, химии защитных газов, электротехники и прочих областях, познаниями в которых обладают далеко не все доктора наук. Чтобы упростить жизнь простому сварщику, но при этом сохранить качество работы на высоком уровне, было начато производство интеллектуальных программируемых аппаратов, которые взяли бы на себя всю теоретическую часть сварочного процесса, позволив сварщику сконцентрироваться на ведении шва. Оператору синергетического аппарата остается выбрать сварочные материалы и выставить необходимое напряжение. Все остальное сделает аппарат. Каждый уважающий себя производитель имеет в своем штате инженерный отдел, который занимается в том числе созданием программного обеспечения для интеллектуальной сварочной техники. Инженеры и сварщики из отдела разработок делают бесконечную лабораторную работу, посвященную изменению свойств сварочного шва при изменении одного из параметров процесса. Отдел разработок сваривает сотни образцов, которые затем отправляются в лабораторию неразрушающего и разрушающего контроля. По результатам проверок выбираются идеальные параметры сварки для каждого конкретного образца. Сочетание лучших настроек закладывается в память инвертора для получения оптимального результата. Почти каждый известный в мировых масштабах производитель сварочной техники на сегодняшний день имеет в своем модельном ряду грядку синергетических аппаратов. Среди наиболее известных производителей стоит отметить Lincoln Electric, Kempe, ESAB. Также отечественному сварщику хорошо знакомы серии Hi-Puls и Alpha-Q, немецких производителей Merkle и EVM. Можно предположить, что будущее сварки именно запрограммируемыми сварочными аппаратами. Скорее всего, производители начнут оснащать свои инверторы обновляемым программным обеспечением, которое позволит еще более тонко подходить к процессу сварки и подстраивать параметры под конкретную задачу. В среде разработчиков все активнее обсуждается вопрос оснащения аппаратов USB-интерфейсом, который позволит обновлять ПО через интернет. Свежие прошивки аппаратов позволят сварщикам не покупать новое оборудование, а производить апгрейд старых устройств до уровня передовых новинок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, будем рады видеть вас в наших дилерских центрах.